Благослови душе моя Господа, благословен еси, Господи. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня в воскресенье за богослужением читается Евангелие от Луки, глава 19, первые 10 стихов. Послушаем это евангельское зачало в прочтении радиакона Свято-Троицкой Александра Невской лавры, отца Александра. «Во время оно прииде Иисус во Иерихон, и се муж нарицаемый Закхей, и себе старим и тарем, и той бе богат, и искаши видите Иисуса, кто есть, и не можаше от народа, яко возрастом мал бе. И предыте к возлезе на ягодичину, да видит, яко хотяши мимо и я пройти». И яко прииде на место, возрев Иисус, видев Его и рече к Нему, «Закхей, подчався слези, днесь бо в дому Твоем подобает ми быти». И подчався слези, и прият Его радуяся, и видевши все роптаху глаголюще, яко ко грешну мужу в ниде витати, став же Закхей рече ко Господу, «Се полымение моего Господи дам нищим». И ащи кого чьим обидех возвращу четверицею. Рече же к нему Иисус, яко дней спасения дому сему бысть, за не и сей сын Авраам ль есть. Приди бо сын человеч, взыскати и спасти погибшаго. Прочитаем этот текст в русском синодальном переводе. «Потом Иисус вошел в Иерихон и проходил через него. И вот некто именем Закхей, начальник мытарей и человек богатый, искал видеть Иисуса, кто он, и не мог за народом, потому что мал был ростом. И, забежав вперед, влез на смоковницу, чтобы увидеть его, потому что ему надлежало проходить мимо нее. Иисус, когда пришел на это место, взглянув, увидел его и сказал ему, «Закхей, сойди скорее, ибо сегодня надобно мне быть у тебя в доме». И он поспешно сошел и принял его с радостью. И все, видя то, начали роптать и говорили, что он зашел к грешному человеку. Закхей же, став, сказал Господу, «Господи, половину имения моего я отдам нищим, и если кого чем обидел, воздам вчетверо». Иисус сказал ему, «Ныне пришло спасение дому сему, потому что и он сын Авраама, ибо сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшее». Строки сегодняшнего евангельского чтения, дорогие братья и сестры, повествуют о посещении Господом начальника мытарей Закхея в Иерихоне. Иерихон был богатым городом и важным центром. Он лежал в Иорданской долине и контролировал дороги, ведущие в Иерусалим, и переправу через реку Иордан, которые вели в земли восточного берега реки. Около города находился большой пальмовый лес и известная роща бальзамовых деревьев, запах которых наполнял воздух на многие километры вокруг. Когда римляне стали вывозить из Иерихона финики и бальзам, которые приобрели мировую известность, город еще значительнее разбогател и стал приносить казне большие доходы с налогов и пошлин.
И так как Иудея была одной из провинций Римской империи, налоги и пошлины собирало не государство, а арендаторы отдельных областей. Для этого они нанимали из местного населения особых чиновников – мытарей. Государство заранее определяло размер пошлин, а арендаторы и подотчетные им мытари обогащались за счет того, что брали больше. Естественно, что мытари, то есть сборщиков податей, не любили во всех провинциях империи. Захей, имя которого в переводе с еврейского означало «чистый» или «справедливый», был не рядовым сборщиком податей, а начальником, которому, вероятно, были подчинены мытари целого округа. Несмотря на свое богатство, он, по всей видимости, был несчастлив, потому что выбрал занятие, сделавшее его презираемым. Ненавидимый людьми, он стремился к любви Божьей. Узнав о том, что Господь идет через Иерихон, Захей вышел к сопровождавшей Спасителя толпе, но, будучи малоростом, не мог увидеть его. Однако желание непременно видеть Христа было настолько сильно в нем, что, забежав вперед, он влез на смоковницу, чтобы увидеть его, потому что ему надлежало проходить мимо нее. Смоковница представляла собой дерево с низким стволом и раскидистыми ветвями, на которые можно было легко взобраться. Подходя к этой смоковнице, Спаситель увидел сидевшего на ней Закхея, остановился и сказал ему: «Закхей, сойди скорее, ибо сегодня надобно мне быть у тебя в доме». Закхей поспешил слезть с дерева и пошел с Иисусом в свой дом. В сопровождавшей Спасителя толпе послышался ропот, подстрекаемый, вероятно, фарисеями. Люди начали роптать и говорили, что он зашел к грешному человеку. Иисус услышал этот ропот, слышал его и Закхей. Архиепископ Аверкий Таушев пишет: «Великая радость по поводу того, что Господь не возгнушался им, как грешникам, окончательно пробудила совесть Закхея и совершила полный нравственный переворот в его душе. Сознавая, что совесть его нечиста в способах приобретения имения, он дает во всеуслышание торжественное обещание загладить свой грех любостяжания. Половину имения моего я отдам нищим, и если кого чем обидел, воздам вчетверо, согласно законам о ворах, изложенным в книге «Исход». Возмещение вчетверо полагалось по закону лишь за умышленный и насильственный грабеж. В случае обычной кражи, если украденное не могло быть возвращено, хозяину полагалось уплатить возмещение в размере двойной стоимости украденного. Мы же видим, что Закхей был готов возмещать причиненный им ущерб в объеме гораздо больше, чем того требовал от него закон. Этим он доказал на деле, что стал совсем другим человеком. Покаяние Закхея является образцом истинного покаяния, которое не ограничивается лишь бесплодным сожалением о содеянных грехах, но стремится загладить эти грехи противоположными им добрыми делами. Ведь покаяние, не подкрепленное делами, доказывающими его искренность, является неправдоподобным. Спаситель призывает нас, дорогие братья и сестры, к исправлению жизни истинным покаянием и замещением наших грехов и страстей благими мыслями и добрыми делами. Помогай нам в этом, Господь! Благослови, душе моя, Господа, благослови. Good.